Многие из вас сейчас спросят, что это. Я вам отвечу, это мотоцикл. Вы спросите, что это за мотоцикл? Я вам скажу, это Honda CBR 1000RR Fireblade. И вы спросите, откуда этот мотоцикл? Я вам с удовольствием отвечу, он из Японии. Вы спросите, а чей это мотоцикл? Я вам скажу, это мой мотоцикл. Вы спросите, да неужели, ты себе купил новый мотоцикл? Я вам скажу, да, ребят, я купил новый мотоцикл. Это моя новая Honda, Honda CBR 1000RR Fireblade. Черный, как и надо. Прям как моя душа, черная. Вот, наконец-то все-таки я купил мотоцикл. Вот, скажу, извиняюсь, что он такой грязный, потому что он после дождя. Да, купил литр, честно сказать, дурная машина. Совершенно мне не нужная, мне бы хватило еще сотки. Но купил я его, потому что его цена была как 600, и при этом состояние его просто бомба было, просто офигенное состояние. Вот. Только поэтому я купил. В принципе, скажу вам честно, я не искал именно Fireblade, я не искал именно черный, литровый, я искал и Джиксеры, и Эрки, и Хонды 600. Ну, правда, 600 RR я не хотел, потому что, во-первых, была, а во-вторых, мне ничего, кроме 6 и 5 года, не нравится внешне. Поэтому я искал, в основном это было Джиксеры и вот эти 1000 RR. Это среди них я искал. И, конечно же, я думал Дукати, но Дукати не взял, потому что все-таки вы понимаете почему. Да, геморройчик дорого. Уже я его немножечко подударил. Вот. Поставил замок на диск и забыл про это. И начал катить, и, в общем, ударил крыло. Честно говорю, из-за этой царапинки, да, из-за этой трещины у меня вчера просто пропало настроение. Не то чтобы, я настолько расстроился. Зашел в такую депрессию, думал, мотик не крашеный, новый. Офигенное состояние, просто бомба, улет, ну просто цыпочка. Нет, ни царапин, ничего. Не коцать, ну моток. И тут я в первые же дни взял и вот это ударил. Теперь крыло надо паять и перекрашивать. Я настолько расстроился. Опустились руки. Ничего делать не хотелось. Я просто такой расстроенный был. Просто жесть. Так, вот она, ракета. Кажу, ну особо по сравнению с 600-кой. Так сидеть, то точно так же, я вам скажу. Точно так же, посадка такая же. А звук этот, слушайте. О! Опытный ездок! Это я просто перенервничал, я ж долго не снимал видео, да? Кстати, я представляю, как вы рады меня сейчас слышать. Я тоже рад, что вы меня смотрите сейчас. Так долго не было видео никаких. А сейчас хоть начнутся вложечки делать. Ха-ха, ложечки. Ну вот, а так вот. Скажу, что эта хрень горит, да? Это я накосячил уже с проводкой. Ну вот такую хрень я сделал, и вот она начала гореть. Надо будет его перебирать, не моток, а проводку. И плюс что-то, какая-то хрень сделалась, и поворотники сейчас не работают. Ну ничего, я со временем сделаю его полностью. Естественно, я сразу снял зеркала, потому что стритрайдер с зеркалами, это просто не стритрайдер. Я вам серьезно говорю, вот сюда поставятся зеркала, и будем кататься дальше, снимать все офигенно. По поводу того, что как бы вы будете задавать вопросы, что я чувствую после аварии, скажу так, что я абсолютно ничего не чувствую, у меня нет ни страха, ни мотоцикла, ничего. Я сел, сразу поехал, даже не задумываясь об этом. Единственное, что я сейчас очень боюсь, это города. И вы видите, да, что я выехал за город. Я боюсь ездить в городе, я вот уже дня 4 ездил. Я в городе больше 80 вообще не откручиваю при любых условиях. Абсолютно при любых условиях я еду 60, 70, 80.
Ну если иногда, где дорога прям, ну если все едут там под сотню, если дорога очень хорошая, длинная и все видно, то там можно сотню. А так, то реально езжу я потихоньку, аккуратно по городу. И теперь я буду, наверное, частенько выезжать за город, потому что действительно, единственное, что после аварии изменилось сильно, это то, что я боюсь ездить быстро в городе, я боюсь машин. Я представляю, как вы рады, я точно знаю, что меня очень многие ждали за время моего отсутствия. Подписчиков практически удвоилось, стало очень много подписчиков. Моя группа ВКонтакте, если вас там нет, обязательно перейдите по ссылке. Я где-то там дам здесь ссылку. Обязательно перейдите, подпишите, потому что группа у нас обалденная. Насколько мы сдружились, у нас просто... ну просто семья. Так вот, группа, да, действительно очень активная, нереально активная стала после зимы. Блин, каждый пост набирает по 600-800 лайков, очень активная, очень много обсуждений. Ну просто я обалдею от этого, реально. Я благодарю вас всех. Блин, ну реально, вас становится очень много. На канале уже свыше 25 тысяч подписчиков каждый день. Новых там плюс 100, 150. Ну просто, вы просто офигенные. Я вам серьезно говорю, вы лучшие, ребята. Спасибо за эти подписки, за лайки, за поддержку. После аварии также, ну, нереальная была поддержка. Ну... Просто, блин, просто обалдеть. Я вам серьезно говорю, насколько была сильная поддержка, сколько было человек писало. Подписчиков ко мне в больницу пришло где-то человек 50. Представляете, вот я лежал в больнице, ко мне подходило каждый час, несколько человек приходило, поддержало. Ну блин, вы реально офигенные, ребят, спасибо за это большое, потому что если бы не ваша поддержка, если вообще не вы, скажу я вам честно, откровенно, я бы не покупал бы мотоцикл, понимаете? Ну, я уже немного привык к этим мотоциклам, и уже нет прям такого, что я хочу, прям пипец. Нет, это уже стала обыкновенная игрушка, которая у меня есть, и все. То есть, если бы не было канала, если бы не было вас, я бы, наверное... Блин, реально, забил бы на мотоциклы после аварии, потому что вы сами понимаете, как это было обидно, блин, ну, очень сильно было обидно, сколько денег потеряно, сколько сил, сколько времени, ну, я реально, мне тяжело было и морально, и вообще, то есть, я бы не решился брать бы новый мотоцикл, но из-за того, что есть канал, из-за того, что есть уже серьезные перспективы, это все мне нравится с вами общаться. Мне нравится вообще вести блог, ну вот это все, вот это окружение. Когда там обязательно я сижу в Киев, там мы встретимся с подписчиками, потому что вас уже действительно очень много. И влил я много сил на YouTube, и уже в мототематике мой канал довольно-таки серьезный. И каждое мое видео набирает уже много-много просмотров. Ну, в общем, спасибо вам за это большое, огромнейшее спасибо. Спасибо за вашу поддержку, это она очень многое значит. В общем, я купил новый мотоцикл специально ради вас. Все новое теперь. Теперь, конечно же, будут видосы. Правда, этот месяц не так часто, потому что у меня началась сессия. У меня еще есть некоторые проблемы. По поводу суда. Суда еще не было, но скажу так, что там, скорее всего, уже все решилось и будет ничья. Вот так вот. Ну ничего, что было, то было. Не надо расстраиваться. Все равно все будет отлично. Все будет просто супер. Я вам отвечаю. Все будет офигенно. Вы знаете, все будет позитивно и классно. Так что, подписывайся на канал, кто не подписан. Ставим пальцы вверх. Вот такие вот офигенные штуки. Пишем свои комментарии, радуемся за меня, радуемся за себя, потому что это наш мотоцикл, мой и наших подписчиков. Короче, всем пока, друзья, всем всего самого-самого доброго, всем по мотоциклу, кто хочет, обязательно.
добивайтесь своего. В общем, ну всего самого офигенного. Просто ставим мне огромный палец вверх. Удачи, парни, друзья, и всего самого хорошего.